И всем привет, ребята, сегодня с вами Дос, и сегодня я вам покажу интересный вирус MonoHydex. Я его, кстати, показывала, где вы можете заметить его в конце. Я проверяла его на Windows 7, а я хочу проверить на Windows 10. Короче, с вами перекидываем эту штуку на рабочий стол, интернет я отключил, все готово. Так, ребята, давайте мы с вами запустим его от имени администратора. Фильтр с Smart Screen сейчас недоступен. Не брать пофиг. Так, запускаем. Какой? Как, погоди. Может быть. Погоди. Пустить. А, вот запустился. Так. Предупреждение, ну, то, что как завести MonoHydex, он может убить твою полностью операционную систему и многое другое. Ты хочешь убить эту данную систему? Мы нажимаем «Да». Нажимаем «Да». Ну ладно, я зайду сейчас. Сейчас Лорик приедет. Да ладно, ребят. Делать вирус. Походу, ребят, нужно было спускать на десятки. О май гад. Система не отвечает. VR загружается. А это что за ошибка? Ребят, походу нам уничтожил UEFI. Будь сектор. А, все, ребят, он уничтожил систему. Ну, ребят, такой был интересный вирус. На десятке его, наверное, было лучше запускать. Потому что там пипец.
Там жестко, чем на Windows 7. Ну, вот такой вирус. Ладно, всем удачи и всем пока-пока.